Здравствуйте, меня зовут Марс Гасун. Я выпускаю книги по санскриту в своей серии «Библиотека санскритика». И полгода тому назад вышло переиздание «Руководство к изучению санскрита». Так выглядело первое издание 2016 года. Так выглядит новое издание 2021 года. Новое издание отличается незначительно по содержанию, но существенно по форме. Оно почти в полтора раза толще за счет бумаги. За счет качества бумаги. Обычно книги в России печатают на девственно белой чистой бумаге. В наши дни, то есть туалетная бумага отошла в прошлое. Вот, вот такая белая бумага. Это то, как обычно печатаются книги. Собственно, так был напечатан. Так были напечатаны все книги в моей серии. Ну вот, впервые, кроме Миллера. Вот. Так выглядел портрет в старом издании 2011 года. Значит, эта книга с 1891 года является одним из основных учебных пособий в Санкт-Петербургском государственном университете. Уже 130 лет. Вот. То есть это переиздание. До этого были другие переиздания. В начале нулевых Лань трижды переиздал эту книгу в уменьшенном формате. То есть отрезали поля, масштабировали, и получилось переиздание. Дешевое, с тиражом чуть ли не суммарным 9000 экземпляров. Очень много. И вот теперь вышло переиздание, потому что старый тираж закончился. Оксана Алексеевская. Что-то у нас тут такие цветные. Абзац. Да, абзац. И вкладыши, о которых я еще поговорю. Оксана Алексеевская нарисовала новый портрет академика Миллера. Считаю, что он просто классный. И академик, и портрет. Значит, он напечатан отдельно на матовой, для матовой мелованной бумаги. Это пятый том. Вот. И она такая, получается, шершавая. Шершавая и не белая. Вот. И такой бумагой будет напечатан осенью переиздание словаря Косовича. Книга Демченко средневековых индийских поэтов. И Рамаданта, пересказ Рамаяны. Вот. И получается, за счет пухлости этой бумаги, за счет пухлости этой финской бумаги, она получилась толще. Вот. Бумага называется «Люкскрин». Печаталось это в «Науке». И вот у них осталось еще 1,5 тонны этой бумаги, которая, вот, собственно, уйдет на книги серии. Так выглядит корешок. На обложке у нас слепое тиснение, да, то есть это не нарисовано, это на самом деле так. Исправлений было буквально несколько штук, то есть можно сказать, по содержанию это та же книга. Те, у кого есть старые, не надо покупать новую. Вот. Но чем она принципиально отличается, это вкладыш, который я сделал на основе трех шрифтов Деванагари. Санскрит 2003, Сиддханта и Сантипур. Вот. И у нас получилась гармошка. Вот такая вот гармошка. Вот.
Такого вы еще не видели в цвете. Такого еще не было. Вот. Тут получается у нас алфавит, в смысле согласные, а это конец списка лигатур. Здесь около 800 лигатур, то есть это исчерпывающий список всех лигатур Деванагари, и они цветные, со всеми несовершенствами, как они есть сейчас в шрифтах. Я надеюсь, что к следующему разу можно будет устранить нехватку всех лигатур, которые присутствуют в немецкой гарнитуре Сантипур, которую я использую, которую я восстановил в 2005 году и использовал в издании своих книг. В частности, она выходила в Христобате Натальи Павловны Лихушиной, и вот вышла в Бхартихари, и будет в Амарашатаке, и в Рамаданте, и в Субхашитах Уши Санки, и в Упанишадах. Все, что я успею издать. Вот. И теперь, собственно, я рассказал о книге, которая вышла в начале этого года. Ее основное достоинство – это бумага. Книги по санскриту, изданных на такой хорошей бумаге, вы еще не видели. Спасибо. До свидания.